Всех вас сердечно поздравляю с престольным праздником Преображенского кафедрального собора. Один из пределов этого храма посвящен святителю и чудотворцу Николаю, которого мы так любим и обильно предлагаем его в молитву, когда нужно особое заступление за нас пред Господом. И святитель Николай, который близок был к немощам людей и помогал всегда тем, кто ищет спасение, и вразумлял тех, кто уклонялся от спасения, он и сегодня также действенно помогает нам по пути к Богу. И особенно взирая на его святой образ жизни, мы каждый для себя почерпаем нечто особое, близкое своему сердцу из жития святителя Николая. А чудес он совершил, как говорит церковное песнопение, сколько звезд на небе, не сосчитать, ибо от избытка сердца и любви к людям он совершал все, что повелевал ему Бог, ибо в своей жизни он стал преподобным, то есть особо уподобился Господу и реализовал свои все душевные силы, и тем самым, очистив сердце, присоединился со сладчайшим Господом, которого искал во все дни своей жизни. И нам сегодня, через тысячелетия, вспоминающим о его жизни и чудесах, в том числе и о перенесении его святых мощей, мы еще и еще раз удивляемся, как милостив и премудр Господь, что не только при жизни святых праведников он помогает людям, но и после смерти этих угодников Божьих, через их мощи, через молитву к ним, Господь все равно хочет стремиться помочь нам спастись. Так будем же способствовать своему личному спасению, призывать в молитву святителя Николая и других нами любимых святых, стараться подражать им и в смиренном состоянии духа, в молчаливом, кротком и в состоянии послушания совершать свое личное спасение. А смотришь, и мы станем светом этому миру, чтобы через нас и другие познали, как благ Господь и как хорошо пребывать с Богом, вечным, живым, вездесущим, всемогущим и очищающим наши сердца для того, чтобы наша радость была совершенной. Я поздравляю вас с праздником. Сейчас по окончании этой службы будет совершен молебен с водоосвящением. Желающие смогут набрать святой воды себе в дома. Ну а завтра в 8 часов начнется божественная литургия, и по окончании ее крестный ход в память о святом, великом чудотворце Николае и прославление имени Божия, прославление воскресшего Христа, который дал нам образ вечной жизни и сподобил нас наследовать Царство Небесное. Я приглашаю вас на эти службы престольного праздника нашего собора и желаю всем вам в этот час, в наступающий вечер, Божьей благодати и благословения, мира Божьего в ваши сердца, а наипаче во все дни вашей жизни. С праздником всех вас! Христос воскресе! Христос воскресе!